паспорт. Один эксперт. Большие выигрыши. Один эксперт. Быстрые выплаты. Один эксперт. Надежный букмекер. Один эксперт. Один эксперт. Букмекерская компания. В последнее время появилось много разных фиферов, которые придумывают какие-то челленджи, которые уже давно были, заимствуют их названия. Например, всеми нам любимый челлендж 1000. Игра называется 1000, которую вы все не играете. Когда мы с Германом и Ставром снимали этот челлендж, он набрал кучу просмотров, кучу лайков. Сегодня оно будет настоящее 1000 челлендж. Собственно, с Иудой, который забрал название 1000 челлендж, и с Колей Лакером. Привет, я так взял название. Ладно, он дружище, брат, подписывайтесь на его канал, на Коле тоже подписывайтесь, ссылочки в описании. Сегодня мы сыграем старую добрую 1000. Как вы помните, попадание по перекладине — это 500 баллов, крестовина — 1000 баллов и штанги — 250 баллов. Кто быстрее набирает, тот победил. У нас будет два раунда в нормальные ворота и в маленькие. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первый. На самом деле я всегда рад побить по каркасу, особенно в пол второго ночи. Старая добрая рубрика, старая добрая перекладина, и нужно выигрывать. О чем я говорю? Старая добрая 1000, старая добрая перекладина, и мы впереди. Двойное попадание так, в перекладину. Сейчас рекорд Ютуба. Ну я выиграл, да? Спасибо. Землю в перекладину. Нет, не считается. Спасибо, спасибо. Давай, это Рома. Победителям здесь руки не жмут, я понял. А еще самое главное, победитель по большим воротам, он, собственно, выбывает, и он уже автоматически побеждает в этом челлендже. А остаются двое проигравших. Они бьют по маленьким воротам, и кто проиграет, получит жесткое наказание. Это три перекладины подряд. Иди без монтажа, вставь, это рекорд Ютуба. Это рекорд Ютуба? Так, ну все, Дэн, конечно, сейчас мог выигрывать, но он решил оставить это право мне. Ну и я им, естественно, воспользуюсь. Ну что, мы все сравнялись, у всех по 500, кто первый пойдет в перекладину, тот победил. Спасибо, спасибо, и в этой 1000 я побеждаю вот так вот. Я должен был побеждать, я первый попал в перекладину. Вообще-то побеждать должен был я, потому что я выбил двойную перекладину. Ну что, второй раунд. Я не знаю до сих пор, какое будет наказание на самом деле, но в любом случае я хочу выиграть. Все так же, 1000 баллов крестовина, хотя здесь она, конечно, не ярко выражена. 500 баллов перекладина и 250 штанг. Кто первый наберет, тот и победил. Что пристреливаюсь, пристреливаюсь. Главное, чтобы Дэн сейчас взял и не выбил крестовину случайно. 250. Самое главное — это психологическое преимущество. Выйти вперед, тогда соперник будет ошибаться еще больше. Ребят, это было дальнее. Это было дальнее. Рома там прям за воротами сидит, он все видел. Это точно было попадание. 500 очков, и я сразу выхожу вперед. Но сейчас удар Дэна. Я не хочу проигрывать в этом олдскульном челлендже. Попадаем, но, к сожалению, дальше. Слушай, это карма. Это была сейчас карма. Сейчас можно было бы сразу набрать 1500, потому что он вот так вот пролетел над крестовиной. Наказание летит вот так вот на самолете прямо к тебе. Ну что ж, я проиграл, и самое время наказания. Это такой смачный лещ. I feel like Alice, I got my back stressed. You wanna grab this, you don't understand. Я не сильно.
Ну, это реально слабо было. Второй раз в жизни я пробиваю леща парню, и второй раз он бородатый. Но девушке он постоянно пробивает. Хуяч. Ну что это такое? Ну давайте перебью. Давай я перебью. Перелещь его, давай. Давай перелещь. Давай перелещь, что это такое? Нормально, ебаник. Но я не могу Дэна сильно ударить. Ну вот это уже пойдет, давай, давай. Ну, хотя бы прижгло. Так, хотя бы прижгло. Ну что ж, ребят, ролик подходит к концу. Я проиграл в этом олдскульном 1000 челлендже. Ну а я возьму реванш, мы поставим 1000 лайков. Давайте 1000 лайков набираем, и обязательно будет реванш. Рома, победитель первый. Коля, победитель второй. Дэнчик, победитель по жизни. Ну что ж, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами были мы. И если вы хотите еще челленджи, обязательно подписывайтесь на канал. Там они есть. Всем пока. Пока.